Давай. Лови. Алиса болтает во все. Говорит, Надя, у тебя нету перчаток? Я без перчаток. Говорю, нет, нету. Хочу ручку. Вот так. И Алиса словила. Умка. Да, ловлим. Ловим, ловлим. Опа, я не поймала. Давай. Опа, Алиса поймала. И дядя Костя не поймал. Лови. Умка словил. Да, Умка. Бросай, Алиса. Ой, лисенок. Ну, хорошо. Ой. Лови. Опа, и я словила. Опа. Ой, я не докинула чуть-чуть. Он поймал. Смотри, Костик, посмотри, как он прикольно бегает с мячом. А, садись, покатаю. Не, спасибо. Рит, садись, покатаю. Это не, Дося. Куда же я на те санки сяду? Развалила ваши санки. А он скользкий. Скользкий. Да и Умка бежит с мячом. На, бери, тяни, Алис. Иди, бери, он лёгкий. Там потянешь, тяни. Да. Давай. Умка. Умка, классно, да? Он еще лапу ему подталкивает. Подталкивает? Встал. Все? Да, тебе я вот... Умке, по-моему, понравилось. Самый раз. Давай! Держи. Ну хорошо. Нравится Умка? Капец, Умка. А теперь, а теперь Алиса, Умка, подожди. Подожди, она спросит с ним. Да. Сложи нормально. Двое сложи. Да. Даже держи Умку. Что она не так сложила? Я в трусе. Тебе в ножке не холодно, Алис? Да. Холодно? Не холодно. Не холодно? Да, не холодно? Да. Да. Ох и говорун ты, Алисик. Куда? Куда? А ну садись. Ну хорошо. Ну хорошо. Дальше. Можно я покатаю? Ну, нет, не надо. Почему? Дядя Костя покатает. А почему? Вы хочет, чтоб дядя Костя, а Юмка сразу. Ух ты, крутяк. Ну, глянь, Юмка хочет. Умка, ну что ты цепляешься? Умка. Глянь. Что делаешь? Короче, прикинь, такую штуку высмотрел, короче, в этом... ТикТоке. Да. Ты там только сидишь. Да не сижу я. Угу. Да-да. Только он у тебя появился, так ой, ты сразу. Ой, я придумал. Здесь говорят, ссылочку на ТикТок оставим в описании. Я не знаю, как оставлять ссылочку на ТикТок. Короче, это... Если у меня получится, то я оставлю ссылочку тебе, серьезно. Хорошо. Так что, ребята, смотрите в описании, если у меня все выйдет, то я оставлю на Костю ссылочку. Короче, какую штуку высмотрел интересную? Делаешь такой треугольничек. Я нашел вот такие три прозрачные. Надо что-то прозрачное. Потом ты накладываешь его вот сюда. Вот, вырезаешь с него 4 штуки кубик. Ложишь на телефон. Типа, ну, пирамидка. Точнее, пирамидка со срезанной верхушкой. Вот так вот ставится под углом.
И проецируется 3D-модель, то есть, по идее, финиш в конце должно получиться вот здесь. Типа 3D-модель, короче, ну, голограмма. Увидите, прикинь. Давай... И мне так стало интересно, я решил проверить. Да, давай ты сделаешь. Работает оно или нет? Ну, реально. Ой, балдеж. Чуть-чуть. Видочка, как молится, слышала, посложил. Типа, чухайте мне еще. Ой, красавец. Как ребенок, глянь. Ага. Такой классный. Ну все, короче, а то я не могу из-за тебя. Еще смотрит. Глянь, глянь на него. А еще? А как же я? Ну сейчас я доделаю пирамидку. Ну, уже готовая пирамидка есть. Размера подойдет. А ну такой. Винусик. Винусечка. Синулик. Надо сейчас расчетить. Глянь, как он хочет, чтобы ты... Глянь, как смотрит. Ну, погладь, говори, ищу. Подлиза. Уже морщит такой, еле иди. Угу. Так, короче. Я сейчас так до Нового года не сделаю. Короче, это... Я думаю, как его, ну, идеальной формы добиться? То есть, одну штучку я уже сделал. Аккуратно. Видно, да? Да. Вот такую, типа, потом, короче, неудобно ее подрезать в размер, поэтому я биндеры использую. Угу. Теперь каждый уголочек. Обложился котами. Да, они что ко мне. Угу. Они, наверное, ждут чего-то грандиозного, ожидают. Угу. Бин у вас. Короче, написано, что можно ножиком, но... Хотя, сейчас попробую ножик. Канцелярским. Пробуй. Обрезать лишнее. Да, с биндерами неудобно, но надо типа идеальный размер, чтобы был. Смотри. Офигеть. Вообще крутяк. Голограмма получилась. В натуре вышла. Скажи, там еще бабочка есть сейчас.